Будь другом, повтори. Чего бухаем? Любовь в дребезги? Можно и так сказать. Привет. Кристина? Привет. А ты чего здесь делаешь? Красиво живешь. Скажи честно, пить не надоело? А ты же ничего не знаешь. Дружище, налей, пожалуйста. Спасибо. Ну? Ничего больше не можешь, только пить? Знаешь, мне кажется, если бы с тобой что-то случилось, Лера не ушла бы в запой. Она попыталась бы найти убийцу. А кого мне искать? Аневризму какого-то там желудочка? Чего? Аневризму? Ты что, серьезно в это веришь? Слушай, Фишер, тебе ли не знать? Существует масса способов замаскировать убийство под естественную смерть. Норского вспомни. Феликса ее убили. Что? Что? Я абсолютно точно уверена в том, что Леру убили. Ну из чего ты это взяла? Ты знаешь, кто я? Ты знаешь о моем прошлом? Лера тоже знала. Буквально за 2 дня до смерти она мне звонила. Она была очень напугана и просила помощи. Я вылетела, как только смогла, но, к сожалению, не успела. Я не знал, что вы такие подружки. Нет, мы никогда в жизни с ней не были подружками. Она мне дочь вернула. Я ей просто должна, понимаешь? То есть мне она ничего не сказала, а тебе позвонила? А вот это я не знаю почему. Это скорее вопрос к тебе. Значит так. Если ты приводишь себя в порядок, я помогаю тебе найти убийцу. Если нет, бухай дальше и живи с этим потом, как хочешь. Подожди, подожди. Ты что-то темнеешь, Кристина. Ну, не настолько ты должна была ей, чтобы кидаться искать убийцу. Скажи, пожалуйста, а тебе какая разница, если я хочу помочь? Я сегодня улетаю в Ирландию, вернусь через неделю. Если застану тебя в другом состоянии, готова помогать. Подожди. Проспись, пожалуйста. Я позвоню. Инна, здравствуй. Фишер! Я офигею, дорогая редакция. Ты целый месяц ни слуху, ни духу на звонки не отвечаешь. Да, занят был. Как ты? Как твой Рудин? Так у нас все как полагается. Ты сам как? Ты пришел в себя? Да так, плюс-минус. Ин, ты можешь мне рассказать подробности смерти Валерия? Еще подробности? Я же тебе сразу сказала, аневризма левого желудочка. И, по-твоему, это нормально? Фишер, ну, смерть в 30 лет – это всегда немного ненормально. Ну, насколько я в курсе, у нее отец умер от инфаркта, поэтому Валерия могла унаследовать ишемическую болезнь сердца. То есть это твоя версия? Ну, не издевайся, Фишер. Вот эти вот все ваши приключения с дядей Мишей, болезнь Алисы, война, на которую вы зачем-то поперлись. Ты думаешь, это все проходит даром? Нет. И возраст здесь не защита. Валерия вполне могла умереть от инфаркта. Тебе, кстати, тоже не мешало бы обследоваться. Ин, ты точно от меня ничего не скрываешь? Свою великую любовь. Ладно, Фишер, мне надо работать. Ты, если хочешь поболтать, приходи в выходной, поболтаем. А твой Рудин меня не пристрелит? Он добрый. В отличие от нас с тобой. Ладно, пока. Угу. Ну, выкладывай. Какая у тебя там идея?
Здравствуйте, Феликс. Что случилось? Я очень испугался, когда позвонили. Все в порядке. У меня просто очень важный разговор к вам. А, ну да пойдемте в кафе тогда. Сейчас, секунду, секунду, извините. Да. Сейчас буду. Твою ж дивизию. Что-то случилось? Генерала Волкова убили. Я у него когда-то начинал. Хороший был мужик. В общем, кофе отменяется. Скажите, вы на чем приехали? А я сегодня на такси. Очень хорошо. Садитесь, по дороге поговорим. Так о чем вы хотели поговорить? О Валерии. Вам не кажется, что она уж слишком внезапно умерла? Я уж думал, вы никогда не проснетесь. Кажется. Давно казалось. Только я проверил, все, никаких зацепок. Тогда два варианта. Либо этих зацепок вообще нет, либо их очень хорошо спрятали. Я хочу сам провести расследование с нуля. Поможете? Да, конечно, помогу, только неофициально. И давай на ты, а? Я с удовольствием. Здесь надолго, тебе машину дать? Нет, я пешком, спасибо. Счастливо. До связи. Ну что? 4 колотые раны, 2 из них точно смертельные. Смерть наступила примерно между 18:30 и 20 часами. Пока так. Спасибо. Простите, не рассчитала. Девушка, вы откуда? Оттуда. Нет, уж позвольте, вам придется пройти со мной. Прекрасная самонадеянность, но у меня свои дела. В этом доме произошло убийство. Если вы ни в чем не виноваты, вас сразу отпустят. Да, но... Не заставляйте меня применять силу. Не переживайте. Если ключ не найдете, скрывайте сейф. Труп нашла домработница Прокопчук. Да, иди соседей проси. Понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нашли труп? Да я... Горе-то какое! В котором часу вы приехали? Где-то в 9. Вроде так. Вы всегда так поздно приезжаете? А я чего? Я ничего, я здесь рядом живу, мне... 10 минут шагов. Василий Егорович, он мне всегда звонит вечером, говорит, когда завтра прийти, что в магазине прикупить. Тут не звонит, не звонит. Я думаю, дай сама позвоню. А он? А он молчит. Гудок идет, а трубку не берет. Я заволновалась. Я думаю, ну, может, что случилось? Иди сюда. Запиши паспортные данные и показания. Вы нам очень помогли. Спасибо. Да. Туда идите. Товарищ полковник, там мужчина с девушкой к вам просится. Говорит, срочно. Пустить? Ты обалдел? Никого сюда не пускать. Господи, еще один. Вот, Сергей Сергеевич, поймал вам беглянку. Только что спускалась из окна этого дома по веревке, как заправский альпинист. Таш не видел, извините. Нет, Валентин, спасибо вам большое. Мы с вами свяжемся. Спасибо за бутерброды. Конечно, конечно. Я все понимаю. Но... Софочка! 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 Ты слышала, какое у нас горе? Господи, бедный Василий Егорович. Я и подумать не могла, что его могут убить. Как убить? Тогда. Вы знаете эту девушку? Еще бы, чтобы я в этом подъезде кого-то не знала. Это Софочка, очень хорошая девочка. Никогда не пройдет мимо, всегда поздоровается. И живет в этой квартире. Да, спасибо огромное, не смею вас больше задерживать. Нина Валентиновна, спасибо вам большое. Прошу. А, ну да. Спасибо. Да.
Вы живете в этой квартире? Да. Все, я могу идти? Нет, я хотел бы увидеть ваши документы. А я ваши. Правильно. Теперь ваша очередь. И расскажите мне, почему вы выпрыгиваете из окна, лестницу не любите? Очень люблю. Но вот с документами у меня проблемы. Дело в том, что они внутри. Дверь заперта, а ключей у меня нет. В своей квартире без ключей? Как такое возможно? Как? Я с парнем поругалась. Он ушел. Вторые ключи забрал. Не знаю, может, специально меня там запер. Вот, смотрите. Как вы себя чувствуете? Все хорошо. Со мной бывает вегетососудистая дистония. А зачем вы воспользовались окном, когда дверь была открыта? Дверь была закрыта. Я проснулась, Кирилла нет. Хотела уйти. А ключи не нашла. Они у нас обычно на одном и том же месте лежат. В прихожей, на столике. Вот и все. А Кирилл — это, видимо, тот молодой человек, из-за которого вы выбросились из окна. Да. Кирилл Вербицкий. Может, вам воды принести? Да, можно. Там, на кухне. Скажите, а давно он ушел? Я не знаю. Я спала. А где вы были сегодня с 18 до 20? Я так понимаю, это время убийства? Сегодня в 18.00 у меня была запись в салон. В 17.50 я вышла из дома. Спасибо. Соответственно, где-то около 8 вернулась. Вы хотели мои документы посмотреть? Угу. Я сейчас принесу. Вот. Билет Софья Константиновна. Софья Константиновна, а скажите, вы сегодня во дворе ничего странного не замечали? Чужая машина, чужой человек. Во дворе. Сегодня. Так. Во дворе, кроме машин наших жильцов, было две чужих машины. Первая — черный внедорожник с номером К-199ЕС, 13-й регион. На лобовом стекле слева наверху была наклейка с хоккеистом и табличка. А на табличке? А на табличке надпись: «Если вам мешает моя машина, звоните по номеру 8-925-530-3015». А вторая машина была серо-голубая девятка с номером К-955КУ. Под дворниками были пятна ржавчины, а на рамке номера было написано «Автосервис Автодок». Вы что, тренируетесь? Вы специально это запоминаете? Нет. Я просто шла по двору. Как? Как вы это все запомнили? Да как? И зачем? Болезнь у меня такая. Гипертимезия. Гипертимезия. В
Потрясающе. Это уникальная способность мгновенно запоминать увиденное. Я бы сказал, что это дар. А я бы сказала, что это проклятие. Но вам, наверное, видней. Так, Фишер. Это что, прикол какой-то, да? Издеваешься, да? Ты ее привел. Это что, игра или что? Что? Да какой прикол? Какая игра? Зачем мне это нужно? Я бы до такого даже не додумался. Хорошо, давайте проверим. Вы же сейчас с Феликсом через двор сюда шли? Во дворе стоят несколько чужих машин. Одна из них моя. Номер назовите. Да, сегодня во дворе было две чужих машины. Обе черные, обе с номерами ЕКХ. Одна 836, другая 483. На лобовом стекле был пропуск с триколором. Какая из них ваша? Правильно? А ты говоришь, прикол. Вам с такими способностями в цирке выступать надо. Я сегодня как раз репетировала, когда вы меня за руку поймали. Ну что, у вас есть еще ко мне какие-нибудь вопросы? Конечно. Присядьте. Когда вы шли в свой салон, вы ничего необычного не видели? Когда я выходила из подъезда, мне открыли дверь. Там была компания из 9 человек. Они шли к Альбине. Я повернула направо к стоянке и встретила там Виталика. Внука генерала Волкова. Выходил, заходил? Он шел к подъезду. А кто такая Альбина? Альбина? Это актриса. Она живет этажом выше. Ее фамилия Васнецова. Альбина Васнецова? Васнецова! Да. Вот это да! У нее сегодня день рождения. Так, значит, последним видел живым генерала его внук. Надо с ним поговорить. Подождите. А как убили генерала? Зверски, а что? Ну, просто Виталик такой человек, он мухи не обидит. Не то, что другого человека убить. Разберемся. Вы самое главное город не покидайте. С вами свяжутся. Мы сейф вскрыли, все на месте. И домработница сказала, что в доме тоже вроде ничего не украли. И так понятно, что генерала не грабить приходили. Кому ж на дорожку перешел? В общем, найди мне внука генерала, мы с ним пообщаемся. А вы думаете, что это внук? Давай на ромашке будем гадать. Внук, не внук. Разберемся. И вот с соседкой, Софья, скалолазка. А, собрать на нее информацию, я понял. Ну что, я побег за внуком? Что? Побежал. Вот. Почему же вы убегали от наших сотрудников? Откуда же я знал, что это ваши сотрудники? Такие амбалы. Я испугался, мало ли на кого они охотятся. А с чего вы решили, что на вас кто-то охотится? Да как вам сказать? Но лучше сказать правду, если вы не хотите, чтобы мы вас подозревали в чем-то криминальном. Слушайте, где я и где криминал? О чем вы? Просто у меня проблемы. Я залез в долги. Запустил стартап.
так все вроде рассчитал хорошо. Потом я просил деда выручить, но он отказался. Почему? Как вам сказать? Дед считает, что все должно быть по правилам. Вот я Тимирязевку закончил, теперь должен идти работать, типа опыта набираться. Но бизнес потом когда-нибудь. А я не хочу на дядю пахать. Почему нельзя сразу бизнес открыть? Я нашел теплицу в аренду. Экопродукты сейчас самая тема. Овощи всякие, зелень. Ну и в чем загвоздка? Да ну кто же знал, что там такие счета за свет, за воду. Клиентская база, опять же, а товар скоропортящийся. Нет, я так-то все отобью, просто времени нужно больше. Кредиторы давят. Если дед мне денег не даст, я пропал. Он уперся как баран. Генерал Волков своих решений не менял. Поэтому вы его убили. Что? Ну что, под наследство можно взять хороший кредит, раздать долги, стартап довести до ума, быть королем кинзы и петрушки, да? Подождите, какое наследство? О чем вы говорите? Деда убили? Когда? Вчера. И я думаю, что вы вполне могли это сделать. Вас видели в подъезде в день убийства генерала. Деда убили. Убили. Но это не я. Это же вы это сделали. Что? Я знаю. Это вы его убили. Он вам всем мешал. Вы его сначала выгнали, а потом убили. Сядь. Я всем расскажу, что это вы его убили! Это вы! Понятно, здесь все плохо. Врача вызывай, давай. Давай, врача. Пошли! Я всем расскажу, что это вы! Что это вы его убили! Это вы! Тихо. Сев! Сева! 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 Ух, ё! Ты как сюда попал? Леркины ключи. Чё, припёрся? Поговорить. В магазине бухло закончилось? Я тоже когда-то пытался с тобой поговорить. Только ты, походу, ни хрена не помнишь. Это ж надо так самозабвенно пить. Слушай, Сев, ну ты меня не доставай. Сам же знаешь, как мне сейчас хреново. Ты же через это прошёл. Ладно, проехали. Рассказывай, что пришел. Да. Сергей Сергеевич, досье на Софью Белец мы собрали, но там ничего особенного. Так, один раз в сводку попало, и то по древнему делу. Что случилось? Ее маму убили, а ей тогда было 10 лет. А, убийство раскрыли? Кухарь. Ладно, потом посмотрим. Да, но лучше с 20-й страницы, потому что... Что там насчет машин, которые она видела во дворе? Вот. Водителей нашли. С одним все нормально. Он приезжал в соседний подъезд к родственникам. А вот ко второму вопросы. Какие? Вот такие. Он уже полгода как сидит за хулиганство. А машиной официально никто не пользуется. Значит, воспользовались неофициально. Нужно найти машинку, проверить пальчики. А вот тут облом. Ну... В смысле, мы ее нашли, но она того. Сгорела. Вот это очень плохо. Да, машина новая, 2000... Колесников, на Роме все дела, которые вел генерал Волков. И проверь фигурантов, только тех, которые на свободе. Сергей Сергеевич, обижаете меня, еще дурак, что ли, сидящих проверять. Значит, только алиби проверить или еще чего? Начни с алиби, а там посмотрим. А.
Я отвечу, Тросолок. Слушаю. Понял. У нас проблема. Ну, то, что Лерку убили, это я и без тебя давно догадался. Мне вот только непонятно, почему она свои опасения рассказала Кристине, а не тебе. Или хотя бы мне. Хотя я в это время был в Штатах. Вернулся как раз на похороны. А мне ясно, почему не сказала. Я ее на этой войне так достал. Она с трудом меня выносила. Да ты не представляешь, что там творилось. Пули свистят, она лезет и лезет, лезет и лезет. Прямо самое пекло. Я просто с ума сходил. Боялся, что ее убьют. Хоть не там боялся. Ну откуда я знал, что так все получится? Послушай, я так был рад, что нам пришлось вернуться. Лера с Алисой по врачам носились. Потом ее в клинику устроили. А в тот день мы с Лерой должны были к Алисе вместе ехать. Ну и поругались. Она одна уехала. Ну дальше ты знаешь. Ладно. Давай по делу. Сразу после похорон я перебирал Леркин архив и обнаружил, что за последние 2 месяца она не сделала ни одной фотографии. Да ладно, быть такого не может. Согласен. Для Лерки фотик был продолжением руки. Она снимала все и всегда. Но фотографий нет. И нет ни одного носителя. Не мне тебя учить, а в облаке. Ну, конечно, искал. Пусто. Ну, как пусто? Старых полно, а за последние 2 месяца как корова языком слезала. И в соцсетях тоже ничего нет. Заметь, почищено так профессионально, что просто блеск. Остался только один альбом, который она для Алисы сделала. Но я его толком посмотреть не смог. Я пытался перефотать, а с Алисой случилась истерика. Или успокоили. Ну и сам понимаешь. Я больше не совался. Так может, я попробую? Может, у меня получится? Ну, посторонних туда не пускают. Можно главврачу позвонить. Я как раз для них сайт делаю, ну, там всякая пайтишная фигня. А чё? Прям так и скажем, что ты жених ее дочери. Будет тебе пропуск. Ну, показывайте на манекене, как вы убили своего дедушку. Вы вообще тупой, я же сказал, я его не убивал. Ну, во-первых, давайте без оскорблений. А во-вторых, гражданин Волк, вы не переживайте. Вы, может, действительно никого не убивали. Но давайте представим на минуточку, что вы хотите убить этого человека. Вы берете нож, подходите и вот как бы вы его убили? Да никак бы я не стал этого делать. Я же не маньяк, что ли? Ладно, Виталий, давайте попробуем иначе. Вы его не убивали. Его убил кто-то другой. И этот некто входит за вашим дедушкой, и у него в руке нож. И он, как бы он это сделал? Как бить так? Ну, что вы церемонитесь? Не с барышней. Бейте сильнее. Все, достаточно, спасибо. Дайте мне пропуск. Здравствуйте. Вы Феликс? Да, здравствуйте. Аида Марковна Приходько, главный врач. Очень приятно. А Сева мне не говорил, что главный врач клиники такая красивая дама.
Приятно общаться с хорошо воспитанным молодым человеком. Вот ваш постоянный пропуск, и постарайтесь его не терять. Спасибо. Очень хорошо, что вы приехали. Алисе Германовне мне просто необходимо общение с близкими людьми. Я соболезную вам в связи с вашей утратой. Благодарю. Скажите, а как Алиса? Есть ли хоть маленький шанс, что она станет прежней? Мы делаем все возможное, но чудес обещать нет, я не могу. Пока нам удалось купировать память о трагическом моменте. Видите ли, один из друзей Валерии рассказал Алисе Германовне о смерти дочери. Причем сделал это внезапно, без подготовки. Этого категорически нельзя было делать. Обещаю, я с ней это обсуждать не буду. Пройдемте, я предупредила персонал, вас проводят в палату. Но если вдруг Алиса Германовна начнет волноваться, пожалуйста, немедленно зовите медсестру. Да, я понимаю. Спасибо за помощь. Пойдемте. Феликс, как я рада вас видеть. Присаживайтесь, пожалуйста. Это Лерочка вас попросила меня навестить. Надо же, какая у меня заботливая дочь. Я даже не знаю, чем я заслужила. Не такая уж я и хорошая мать. Вы же знаете, мы все время ссоримся. Ну что, ссоры — это пустяки. Да, пустяки. Пустяки. Лерочка тоже всегда так говорит. Разность темпераментов. Который час? А, мне нужно ее встретить. Она же скоро придет. А хотите, прогуляемся? У вас прекрасный санаторий. Да, санаторий прекрасный. Здесь даже есть салон красоты, представляете? Да. И еще у меня появился поклонник. Такой очаровательный мужчина. Настоящий профессор. Он даже немножко за мной ухаживает. Я вам сейчас покажу. Да, давайте. Да. Лерочка нас как-то сфотографировала. Когда приезжала. Очень милый, очаровательный мужчина. Умный. Так, где же эта фотография? Сейчас я вам... А я же знаю эту фотографию. Вы знаете, я вспомнила, у меня же эту фотографию украли. И я теперь этот альбом никому не даю. И даже мне не дадите? Ну, я же у вас ничего не украдываю. Да, но Лера мне запретила показывать кому-либо эти фотографии. Она там спрятала что-то важное. Но у Леры от меня секретов нет. Нет, ну, конечно, конечно. Лера вам очень доверяет, и она вас обожает. Но давайте мы без Леры не будем трогать эти фотографии. Она ведь скоро приедет, а мы ее встретим, да? Да, конечно. Пойдемте. Я покажу вам наш замечательный санаторий. Пойдемте. У нас есть прекрасные цветы. И птицы поют. Сергей Сергеевич. Ну, короче, трассологи после следственного эксперимента подтвердили свои выводы, что наш Виталик не убивал своего деда. Ни траектория, ни сила удара не совпадают. Убийца был выше и сильнее. Я так и думал. Что по другой версии? А по другой версии, ну... Всех фигурантов на воле мы проверили. А, только вот был один мутный. Петренко. Мы приехали к нему на дачу, он когда нас увидел, ого, так рванул. Но мы его догнали. И что? Ну, что? Оказалось, диплом штампует. А остальные? Ну, а остальные пустышка. Понятно. Внука надо отпускать. Понял. Здравствуйте, Софья. Здравствуйте. Вам помочь? Да нет, я видео в интернете посмотрела. А, давайте я вам помогу, раз уж я здесь. Держите. Да, пожалуйста. Спасибо. Так, давайте посмотрим. Угу.
Не могу сказать, что мне часто приходится работать руками. Но получается у меня неплохо. Вы пришли что-то новое выяснить? Нет, я не занимаюсь убийством вашего соседа. И с ведомством, в котором он работал, я тоже никак не связан. Я страховой следователь. Вы пришли продать мне страховку? Спасибо, мне не нужно. Нет, я занимаюсь расследованием страховых случаев. И ничего не продаю. Знаете, частенько приходится искать произведения искусства, и это куда интереснее, чем поиск убийц. Все? Готово? Спасибо. Всего доброго. Подождите. Я к вам по делу. Уделите мне 5 минут. В прошлый раз видел у вас мольберт. Вы рисуете? Скорее копирую. Но портрет ваш писать не буду, если вы об этом. Нет, не надо. Хотите пари? Я поняла, зачем вы пришли. Вы хотите проверить мои способности. Но, честно говоря, мне плевать, верите вы в них или нет. Я вам верю. Вот моя ставка. Давайте так, я вам покажу фотографию, а вы попытаетесь ее воспроизвести. Если у вас получится, часы ваши. Да, но мне нечего поставить взамен. Поставьте чашку кофе. По рукам. Хорошо. Отлично. Пустите? Заходи. Может, на ты? Не возражаю. Играешь? Ненавижу, когда трогают мои вещи. Прости, больше не буду. Угу. Садись. Как зовут тебя? Феликс Фишер. Имя как у героя комиксов. Давай фотку. Мне всегда так говорят. Раз, два. Спасибо. Ладно. Потрясающе. Слушай, я в восторге. Ну, восторг оставь себе, а я возьму часы. Так. Ремешок большеват, но это можно уменьшить. А кофе я все-таки тебе сварю. Так сказать, небольшая моральная компенсация за большие материальные потери. А у тебя симпатично. Хотя слегка несовременно, но зато уютно. Это бабушкина квартира. Мы вместе обустраивали. Не хочется ничего менять. А у тебя от природы такие способности к рисованию? Или ты где еще училась? Училась. В Строгановке на реставратора 2 года. Потом бросила. Вообще, у меня с детства способности к рисованию. Признавайся, ты же не часы сюда проигрывать пришел? Нет, не часы. Мне надо разобраться в одном деле, и твои способности будут весьма кстати. В деле Волкова? Нет. Понимаешь, у меня погибла девушка. Официальная версия, что это несчастный случай. Но я уверен, что это убийство. Сочувствую. А я чем могу помочь? Надо будет быстро посмотреть фотографии и нарисовать их. Деньги не проблема. А сфоткать не вариант? Нет, не вариант. Я боюсь, на это не хватит времени. Жесткие условия. Какие условия? Ну, если согласишься, скажу. Хорошо. Только дай мне немного подумать. Хорошо.
Подумай. Кстати, зря ты Строгановку бросила. Из тебя мог получиться неплохой дизайнер интерьеров. Хотя вот этот вот шкаф дурацкий. Сюда напрашивается или комод, или секретарь. Что-то много советов ты мне дал за последнее время. Да я так просто разговор поддержать. А я так до двери проводить. Да, Софья? Пока. А... Хорошие были часы. А я их любил. Сергей Сергеевич, а ты можешь сейчас подъехать к дому генерала? У меня шальная идея. Хорошо, жду. Я знаю такие дома. Здесь бывают межквартирные двери. Надо бы это все убрать. Паш, давай. А теперь надо чем-то подцепить. Стой, стой. Давай. Пойдем. Здравствуйте, Софья Константиновна. Что вы здесь делаете?